Ну что, телепузики, давайте поедим на ночь. Время без 20:10 московской. Ну, есть захотел, я сегодня не ужинала. Мне не жирно, ребят, вам не знаю. Ставьте лайки. Так, что у меня здесь? Меня только смотрят толстые, жирные, худые, и на диете меня не смотрят. Еда – это вся чудо у меня. Еда – это чудо. Да, хватит жить, как попало. Будем, как придется. Каша гречневая, вот она, разогрела. И там тушенка ГОСТовская «Орел». Блинчики. Чай сладкий. Сладкий я сделала. Так, соль. Как всегда, надо поближе. И два хлеба. Вот такой хлеб. И вот такой еще. Ну что, погнали, мои телепузики. Надо посолить, оно не соленое. Мне надо драники сделать, детки. Я давно драники не делала, завтра буду. Завтра пятница. Завтра с утра буду драники снимать. Картошка есть. Зато драников наделала. Я 100 лет их не ела. Ну, прямо 100 лет недавно не готовила. Девки, бесподобно. Без 20:10 ночи московское время бесподобно есть. Да, мне не жирно, это мой желудок. Вообще. Кашу гречневую. Ну, конечно, не досоленную, я посолила. Это с тушенкой. Я вам говорила, тушенка хорошая, я ее всегда беру. Уже год беру. А муж побольше. Она называется... Такие вот банку потом пока. А я вам показывала видео, посмотрите. ГОСТовская, Орловская. Очень вкусная тушенка. Куриные. Там мяса много. Ой. Где хлеб такой вкусный, ребят. На живой закваске, рыжки. Девки, ребята, чучундры, хлеб бесподобный. Я такой теперь беру. Я даже не знаю, сколько стоит он. Вообще вкусный. Прямо два куска съешь, прям наедаешься. Ребят, я вот не шучу, правда, вот эта шапка помогает. Только надо... Там три вида делают. Ну, вы это... Наберите в Ютубе, как это из фольги делать, как фольга помогает давление. Там нет, как из фольги шапочку. Ну, так вот наберите. Там много. Ну, что бы только была блестящей стороной, блестящей. Там она три вида, не знаю, сколько видов. Класс, честно говорю, помогает. Вот так посидеть, и голова проходит. Клянусь, девки, я с 11 или 17 года делаю. Помогает. Такая каша вкусная. Конечно, вкусная, с тушенкой.
Завтра драники буду делать. Кино идет хорошее по НТВ. Вроде бы. Не знаю. Мне не видно. Вам не знаю. Всех в бан. Я честно говорю, всех в бан. В бан. Завтра пятница. Я так не наелась. Ребят, я не наелась. Жрать хочу. Каша вообще бесподобная. Я даже не знаю, сколько ложек сюда сыплю я. Я бы сейчас еще тарелку бы. Столько чаю пью я. Ребят, я столько чаю пью. Вообще, я столько не пила. Боже, упаси. Сегодня 26-е, да? Да, 26-е. Сейчас я спать не буду ложиться. Так, полежу. В интернете полазил. Ну, блогеров посмотрю. Которых я смотрю всегда. Девки, знаете, я хочу сказать. Вот я смотрю этого Самвела. Смотрю, сама злюсь там на это, а сама все равно тянусь туда смотреть его. Иду и смотрю его, Эдика, его брата. А сама злюсь и говорю, все, больше не буду ходить, все. Ой, не буду, сама жду, когда видео новое. Горячая. И скрытую камеру люблю смотреть его, этого блогера. Ой, он этого Самвела передражнивает, девки. Вот я ржу, сходите, посмотрите. Ну, он это, обсуждает Самвела.
И Эдика вроде тоже. Ну, не видела Эдика, только видела Самвела. Вот ржачка-то. Вот, я как воду пью, гляньте, горячий чай. Но дома не жарко. Хорошо, что я вторую тарелку не съела. Ну-ка, этой каши. Ой, не знаю. Зато драники буду жарить. Прям много нажарю. Я люблю драники, ребят. Но люблю их есть только холодные. Горячие не люблю. Натерел бы мне кто-нибудь. Ногти длинные. Ну, придется тереть. Девки бесподобно. Вот я наелась обратно на ночь. А где здесь худеть мне? Знаете, хочу сказать, бабы, курочки мои, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот да что такое-то, господи. Ну, зацепила. Зацепила вот этой вот там. Ой, обожралась. Буду. Я раз тоже, когда на этой неделе тоже голова болела, я ее одела и лежала в интернете и заснула. Она, видите, поломалась у меня и заснула. Мне этой нету. Надо сделать мне, ребят, еще. Фольга закончилась. На самом деле, девки, вот честно говорю, только блестящей стороной, чтобы здесь было. Везде, чтобы блестяще сделать. И на самом деле, у вас то... Я даже таблетки не пью. Голова заболела, одели и ходите. Хоть полдня, хоть целый день. Да, прекращает голова болеть. Ой, цветет калина в поле у ручья. Ох, парня молодого полюбила я. Она не с Саной. Ой, ладно, хватит, Ольга Валерьевна, тебе не жирно клоуничать? Нет, мне не жирно. Мне не жирно. Это работа у меня. Все, давайте я убираю, ребят. Все, буду телевизор смотреть сейчас. И в Ютубе буду лазить, блогеров пойду посмотрю. Будьте здоровы. Хочу в ресторан сходить, но... Девки, хочу в ресторан пойти одеться. Вот в Полотняно у нас там такой ресторан хороший, ребят. И музыка, и все. Хочу одеться. Хорошо, у меня есть чего одеться. Все. Хочу сходить. Честно. Мы с подругой сказали, давай сходим. Потанцевать хочу. Там музыка, девки. Ну, в ресторан прилично. Хочу нажраться там, в салат прям мордой, потанцевать. Как цивильные люди с мужичками. Да, у нас ресторан хороший, это вот Полотняном.
Обязательно пойду, схожу я. Одеться хочу, прическу сделать. Ой, ладно, все. Спокойной ночи, до завтра. Завтра телепузики будем готовить драники. Борщ есть, хочу драники. Да еще каша осталась. Буду драники готовить завтра.